автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой около миллиона долларов. За последние несколько лет это, пожалуй, самый крупный подпольный завод, обнаруженный полицейскими. В ходе спецоперации задержаны 47 человек. Это рядовые работники и два предполагаемых организатора – жители Самары. 35 тонн спирта и целая фура готовой продукции. По оперативным данным, ежедневно здесь разливали 65 тысяч бутылок водки. На них клеились этикетки известных производителей и акцизные марки с признаками контрафактности. Изъятый товар направлен на экспертизу. Этот весь груз, по установленным нашим данным, возился в Саратовскую область. Сейчас проходит обыска одновременно в Саратове. Одновременно проходит обыска и задержание оставшейся части групп здесь, на территории Самарского, города Самары и Сызрани. Сейчас в отделе полиции Волжского района идет масштабная служебная проверка. Генерал считает, кто-то из силовиков мог быть причастен к нелегальному бизнесу. Таких сотрудников ждет увольнение.